разрешить сделать выписки из материалов административного дела по мере ознакомления с ним. И разрешить снять копии материалов административного дела путем фотографирования по мере ознакомления. Пожалуйста, вперед. Что значит вперед? Пожалуйста. Что это за разговоры? Возьмите ходатайство, пожалуйста. Примите ходатайство. Что значит вперед? И вы будете говорить своим друзьям вперед. Даже не знаю, что такое этика, эстетика, друзья. Ну вот, пожалуйста, лишний раз проговорю еще раз. Ваши жалобы подтверждают то, что Ветров абсолютно не знает норм права, как осуществляется рассмотрение дела, какой порядок составления процессуальных документов. Вот, то есть он нацелен быстро-быстро собрать, составить, что правильно, протокол, то есть постановление, и признать уже сразу гражданина виновным. Сейчас копия есть доверенности?